Друзья, всем привет! С вами Гекко, и сегодня я покажу... сегодня хочу вас предупредить. Ура, наконец-то! Наконец-то у нас вышло обновление в Robots, ребята! Я просто в шоке. Нажимаем смотрим. Что нового? Робот Булварк. Сочетание с... сочетает две системы обороны. Далее. Робот Фалкон. Ну или Фалькон. Без разницы. Мне бы в небо врагов стрелять. Оружие Спарк. Подбирайся ближе. Наноси больше урона. Оружие Эксодус. Кто-то хотел Аркан на Фьюри? Мечты сбиваются. Новые возможности для кланов. Найди себе подходящую компанию. Теперь вдвое больше серебра в боевых контейнерах. Ребята, погнали обновлять. После того, как мы обновим, мы будем смотреть и обозревать далее. Так, ребята, я обновляю. Мне придется переподключиться. Надо всего лишь переподключиться. Я уже Так. Сейчас я обновляю. Загрузка через... Окей. Все, обновляем. И загрузка, как только обновится, я обратно переподключусь на свой мобильный интернет, то есть трафик. Вот. И будем рубиться. Ну да, конечно, обновление очень жесткое. Вот. Я... Вот здесь вот сразу вот видно уже и баллисту, и фалькон. И... Чё ещё? Сейчас, обновляется, и... Будем и еще раз будем играть. Мы не будем играть, мы будем смотреть, что, как и вообще. Вот. Я лично сам не играл на тест-сервере, где есть... я играл на тест-сервере, где есть Фалькон. Вот. Но и больше вот из этого больше ничего не это. Зато поставочки... Зато поставочки вообще... Это нормально. Вот. Так, все. 92. 94. Знаете, вот мне вот что интересно. Самое прикольное то, что почему-то Фалькона добавили. Хотя я думаю, что его не добавят. Даже братуха дом думаю, что его не добавят. Я сам хз, просто отзывы, конечно, о нем у меня плохие очень. Но мне просто не нравится. Если Фалькон будет за... не за детали, там за 5000 голды, то, естественно, я его, попробую приобрести, посмотреть, что это... Ух ты, ребята! У нас все по-новому здесь. Картинка новая. Все новое. Просто жесть. Музыка.
Музыка та же, ангар тот же. Ладненько. Ну что ж, погнали смотреть, что у нас за пушечки. То есть давайте сначала посмотрим, какие у нас здесь роботы добавились. Хоть посмотрим, давно не смотрел. Рогатку у нас за ту же цену, да. За ту же цену. Фура, так, буч. Буча, я, кстати, на буча коплю. Да, он, скорее всего, за детали. Фалькон за детали. А, скажу точно, его еще пока не добавили. Его пока еще не добавили. Вот, скорее всего, то, что добавили, так это то, что в поставках увеличили. А, даже в поставках еще ничего не добавили. Мы просто обновили. Там еще много чего будет добавлено. Ну что, тогда смотрим. Давайте. Зайдем сразу. У нас вроде. А, нет, средняя высота у нас, по-моему, ничего не добавлялось. У нас, по-моему. Посмотрим, короче, сейчас. Так, тяжелый слот. Посмотрим. Ансель, Зевс, Флюкс. Ну да, ничего, вообще ничего не добавили. Вообще ничего не добавили. Я не понимаю юмора, почему. Так вот, просто обновили все. Но я думаю, что. Так, надо посмотреть, вдруг там уже добавили. Хранилище, хранилище, хранилище. Блин, за 8 дней надо успеть. Надо за 8 дней успеть. Срочно. Не, я, наверное, за 8 дней не успею супергру накопить. Но если я буду часто открывать по соточке, то может быть. Вот смотрите, Инква у меня, дальше идет Скорж. И он я прям сегодня выбил так хорошо, прям. Хачик у меня идет, вообще тем хач. Флюкс. Так. Рейвенхед. Нет, 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 нет. Все, нету. Нету пока что, но я надеюсь, скоро все добавят. Вот. Ну чё? Вот такие у нас дела. Ставьте лайки, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео, новую информацию от меня. Вот. Ну и как-то так, в общем-то. Все, всем удачи. Обновляйтесь и играйте.